Всем привет, друзья! Перед вами два среднестатистических подростка. Одному 14 лет, другому 15 лет. Стаж занятий у них у обоих по одному году, может быть, немножко больше. И они будут сегодня соревноваться. Соревноваться они сегодня будут в отжиманиях от пола, в отжиманиях на брусьях, в подтягиваниях на спину и в подтягиваниях на бицепс. Кто выиграет, как думаете? И вы посмотрите заодно, насколько сильные вы и как отличаетесь от них. Поехали. Короче, начнем с подтягиваний. Будем подтягиваться на спинку. Сделаю больше я. Андрей у нас ничего не умеет. Будем дезморалить его с самого начала. Come away from the world. Sing it all, come undone. This is how. Фига, Андрюха, опережаю. 14. Давай, слейся уже. Не, давай. Топи до 20. Хорош. Еще один. А еще один. Еще один. Сколько сделал? По-моему, 21. Красава вообще. Короче, делаем... 14 против 21. Короче, ребят... Первым выигрывает Андрюха. Делаем, короче, вывод. Я жиробас. Сейчас мы будем делать отжимания средним хватом на трицепс. Погнали. Андрюха не сдается, атакует. Сейчас он услышал, сколько я сделал, будет делать больше. Да, я 42 сделал. Сколько? 45, по-моему. Мнение эксперта. У Славы немного почище было. Согласны? Теперь у нас будет подтягивание на бицепс. И здесь я просто обязан теперь выиграть Андрея. Cutting through all the lies, I can speed up my drive. I speak down to you, all the gears out of wind. I'm betraying your kind, now I'm haunting you. But I measured it all, to seek out compromise. Such a great disguise. Да, бля, 15. Это мой предел. Андрюха выживает просто. Выживает и выжимает. Давай. Сколько? 16, по-моему. 15 и 16. Ну, нормально, красава. А теперь мы будем делать отжимания на брусьях. Жопа. 21, ребят. 21. Я, кстати, не считаю. Блять. Ну, допустим, 10. И сейчас вам будет супер бонус. Они сделают выходы на две руки. Кто больше, тот красавчик. Это бонусное задание для них. Поехали. Раз, два, три. О, я первый. Еще... The only thing I know.
7. Уже на одну было. Ну да, 6, значит. Нифига себе, он монстр. А вы так умеете, ребят? Ну, 8 это вообще норма. Короче, будем мыслить актуально и оценивать все честно. Я лучше и качественней отжимаюсь. Правда, количество меньше, но это уже другой вопрос. Но у меня получше идут подтягивания. И все в таком плане, и на турнике. По результатам это 14-летний дрыщ выиграл. 15-летний. Зато я жарабас. Да, он жарабас. У меня будет больше массы, я жирный, я его сейчас задавлю, бля. И мы полагаем, что он мезоморф, короче, вот этот дрыщ. Да. Возможно, он вырастет мезоморфом. Будет но как это Артур. Не точно. Будет как Артур, таким не, же дрыщом. Я дрыщ. И вы все будете его любить, а меня нет. Да, любите его. Обожайте его. Я сильный дрыщ, он не сильный и жирный.